Бананы. Да, надо ладно, мясо пока положу. Попробовал. То есть по делу, да, несколько раз не установилось? Да. Два или три, не знаю. Какие твои палатки, по-моему, они где-то за забором-то были, не? Нет, забором там. Блять, у меня отсюда пожарка хуёво видна. Надо двигаться то ли направо мне. Давайте, давайте, там все пока чисто. Открывай, мать твою. Опа, закрыть. Не сломайся, блядь. Закрывайте эти хуйню, сразу закрывайте. И там все равно внутри не бегайте. Там тихо, да, да. Там еще дверь, мать твою. Бля, что лут у них не закрывал? Лут там весь на дверях, блядь. А есть эти самые? Ой, на этажах. Не-не-не, нету проволоки, говорю же. Кто-то смотрел с бинокля, ну, убрали вот, проволоку. Значит, и наша машина. Значит, так... тачка, да. Да, 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 просто канул в лету. С проволоками, блядь, со всех хуйней. Меня заебало, короче, это когда, блин, новые патчи, блядь, вся эта хуйня уходит. Хотя палатки у нас вроде не уходили. Может быть, палатки как-то по-другому привязаны. Наши чисто, блин. Чё, вообще ничего нету? Что-то порядок. Самый верхний этаж был. На этаже заползите, посмотрите. Я уже по всем этажам прошёлся. Ну, давайте к средней вышке двигайте. Блядь, нахуя здесь проволоку было натягивать? Не, ну так-то здесь вообще есть лук, но вот почему-то здесь нет. Там дохуя лука, блядь. Ну обычно хотя бы там, где лук солнце, хотя бы банки есть. Так, что спереди, пожарка, чисто? Через красный ворота выйти можно? Через красный, через который вы заползли, можно выходить, да. Мы уже вышли. Пожарка блокирует некоторую часть вашего здания, первые двое ворот. Через те же можете выбегать. Диспетчерская даже. Попробуем. Так, стойди, блядь. Уходи, блядь, налево уползи. Я где-то вообще рядом был. Блядь, разброс, сука, большой. Че, пау, Макс? Казалось, вообще каменный, сука. Да. Блядь, может, это муляж? Нет, это не муляж, это наша жратва, блядь. Похоже на муляж, он вообще не шевелится. Что за хуйня? Почему ни в одном из ангаров нету лута? О, блять. Хуянно живучили. Тачдаун. Есть. Кто найдет КСДхи, патрончики давайте мне. У меня минус сколько? 4-3 патрона. Минус 5 патронов. Одной там пятнашка, по-моему. У меня 3 обойма было. Против зомбарей вообще работает шикарно. Какое мясо может быть? Какое снаряжение может быть? Разве снаряжение, блядь? Ну, галдехи, блядь. Это просто интерфейс такой. Нету нихуя, значит, не спавнится. Впереди. Кто там? А. Кучка, ёпта, что это? Не пугайте. Глаза и мозолишь, ёпта. Глаза мозолят. А как хочется выстрелить бандитскую твою морду? Вот. А вот так вот ты меня видишь? Fucking sim. А? Да, да. А где я? Найди! Че, хуя значит, ничего? Да сюда до учела возьму, Макс. Прямо из-за этого фактически кустика он там бежал. Я реально вижу, короче, ногу того, блин, этого козлика, которого мы завалили, такая культяпка торчит.
Опять никакого, никаких ебаных зомби. Сейчас опять на башку спавниться будет. А, Макс. Так, ты первый пробежал, ангар, второй. Я подбираюсь к первому. Не видишь, что ли, по полю бегу? Я тебя не вижу. А, во-во-во, зомби-зомби справа. Справа зомби. Хм, прикольно, я не вижу. Макс, за ангаром. Ага, Лёха, Лёха тебя идёт. Тоже. Блядь, Лёха вообще без бэкпака. Первым. А, в первом тоже какой-то лут, жрачка есть в конце, блядь. Да пошёл, короче, первый. Я бежал. Сегодня. Понял, побежал. Мы до спереди, по-моему, с горы, блядь. А? По-моему, до с горы, блядь. Стреляет спекали. Ну я вот буду их что ловить, они выйдут. Этот выход у них один сюда. Ну, по-моему, блядь. Не, по-моему. По-моему, их двое, блядь. Ну, двое, значит, одного валишь, выходишь. Все, я, блядь, палю второго. Второй должен выйти. Блядь, ко мне зомбак, блядь, сука. Он, по-моему, не здесь. Сейчас. Может, тебе просто да, после. Ну, тебя-то попал, но я слышал больше твоих выстрелов. Он все же, по-моему, два раза успел выстрелить тебя. Пошарься там, сожри нахуй всю жратву, блядь. У меня дохуя жратвы, правда, у меня снаружи тут. У меня, кстати, тоже жратвы нету. Лёх, он, ну, блин, он вроде один был, короче. Зомбарей вокруг нету. Чё у него там есть? Так, вроде кобра, часы, нож, карты, бинокль. Четыре калашу обоймы, так, пляжка с водой, морфи. Ходить я могу немножко пошуметь. Не знаю. Да бля, мне уже куда-то пальнуть в кого-то хочется, я не так, сука, не могу. Блин, второй день у меня ни одного убийства. Я хочу кого-то убить, блядь. Блядь, иди к Зеленогорску заляк и магазин посей, блядь, столько на фарме. Кстати, как идея. Четыре дяди. Как вариант, блядь. Да, нет. Спереди, о, блядь, спереди, блядь. Слева! Загрелся? Да, ползет. Да, ползет. На центр, прыгнул. Назад. Не, снимай его, блядь. Снимай его. Да, погоди, он ползучий, нахуй, назад зайдем. Прыгнем. Макс, да, блядь, да. Макс, подымайся, Макс, подымайся. Да. О, Jesus. О, май гарбл. Он встал. Нет, сел обратно. Сел, он просто ударил Леху. Ну, у тебя есть шанс, Андрюша, проявить себя. Не, да я вас пистолет. У тебя что за пукло? Давай за 19-11 его ебаш. Подожди, подальше, давай еще немножко подальше. Да похуй, вали его нахуй. Готов. Блять, Андрюша. Ну я ж хотел кого-то убить, блять, но я не могу так просто сидеть. Снайперу нужна цель. Ты сейчас, как если кто-нибудь тебя спалит, блядь. Да, вот я сразу слышу, слева, блядь. Ну это понятно, потому что вы близко, блин, у вас 300 метров. Так, аккуратно. Хотите, я могу немножко пошуметь? Не. Да бля, мне уже куда-то пальнуть в кого-то хочется, я не так, сука, не могу. Блин, второй день у меня ни одного убийства, я хочу кого-то убить, блядь. Блядь, иди к Зеленогорску заляк и магазин посей, блядь, столько на фарме. Кстати, как идея. Четыре дяди. Как вариант, блядь. Да, спереди. Слева! Загрелся? Да, ползет. Да, ползет. На центр, прыгнул. Назад. Не, снимай его. Да, погоди, он ползучий, нахуй, назад зайдем. Прыгнем. Макс, да, блядь, да. Макс, подымайся. Да. О, Jesus. О, май гарбл. Он встал. Нет, сел обратно. Сел, он просто ударил Леху. Ну, у тебя есть шанс, Андрюша, проявить себя. Не, да я вас пистолет. У тебя что за пукло? Давай за 19-11 его ебаш. Подожди, подальше, давай еще немножко подальше. Да похуй, вали его нахуй. Готов. Блять, Андрюша. Ну я ж хотел кого-то убить, блять, но я не могу так просто сидеть. Снайперу нужна цель. Ты сейчас, как если кто-нибудь тебя спалит, блядь. Да, вот я сразу слышу, слева, блядь. Ну это понятно, потому что вы близко, блин, у вас 300 метров. Так, аккуратно. Справа там, ползу я прыгун.
Патрон. Итак, мы сидим здесь. И Друг. Палим всяких педиков. I'm fucking sniper. Тихо, блядь. А, чёрт, извините, я увлёкся. Блять, здесь эта хуйня, можно перешагнуть, наверное. Да. Да, ребят, там перешагивают, только смотрите, чтобы рядом их ходячих не было. Да, Андрюша, все. Блять, проволока. Есть лук какой-то. Так, давай, ты шарься, а я, короче, снаружи, блядь, тусуюсь. Греха подальше. Там зомби где-то. Да. Бля, так проволоку пришагнуть можно, можно на пожарку сходить. Не, блядь. Где ты палатку видишь? Слушайте, еще одна. Вот палатка. По дороге идите направо, блядь. Вон, Андрюх, направо или кто? Макс, направо повернись. Макс, не бегай, блядь, сейчас. Вижу. Ходячий, осторожно, да палатку никого. Возьми. У тебя, если место есть. Еще палатку случай. Нашли, вторую? Да. Охуенно, мужики. Так, ну тогда нахуй валим, не будем. Только Макс, этот, погоди, дроп выброси, иначе сейчас... Не блядь, надо, нет, сейчас... дроп ты у него в руках, дроп у него в руках. А, дроп у него в руках. Блядь, Макс, не выбрасывай дроп в руках. Все, да, все, пойдем. Она, кстати, по-моему, одно место свое. Да, нет, да, три. Два или три. Три так, места. Так, все, пошли отсюда, больницу надо. Вы ходите, там зомбаки, блядь, рядом. Забрал. Макс, пошли. Давайте, у меня жратва, блядь, краснеет, просто, мне пиздец. Как то, блядь, меня мигает, мне надо таки похавать. А где у тебя есть еда-то? У меня есть. Не стандартный набор. Пожри, да, быстрее, пожри. У меня просто, блядь, вообще ничего нет, блядь, кроме мяса не жареного, блядь. Тебе скинуть? У меня пока еще не мигает, я думаю. Потом. Ладно, пошли. Пошли. Давайте валим, тут две палатки, один бэкпак, правда, один... Блядь, теперь мы зато знаем, где...